Салициловая кислота была использована для облегчения боли и успокоения воспаления в V века, а также применялась в лечении заболеваний сердца и в качестве профилактики тромбообразования. В настоящее время она является основным ингредиентом аспирина. Вот топ-9 методов использования аспирина. Помогает в случае укусов насекомых. Для того, чтобы снять воспаление и зуд в случае укусов насекомых, вотрите таблетку аспирина непосредственно на места укуса. Подсушивает прыщи. Все, что вам нужно сделать, это раздавить таблетку и увлажнить небольшим количеством воды. Затем примените эту пасту на пораженные участки и оставьте действовать в течение нескольких минут. Затем смойте водой с мылом. Покраснение исчезнет, и прыщи постепенно исчезнут. Омолаживает кожу. Салициловая кислота, содержащаяся в аспирине, лечит покраснение, отечность и акне, а также удаляет мертвые клетки кожи и чрезмерное количество масла. Просто раздавите 5 таблеток аспирина и смешайте их с 1/4 стакана воды и чайной ложкой меда. Нанесите смесь на кожу и оставьте действовать в течение 10 минут. Смойте теплой водой. Регулярное использование этой маски поможет решить все вопросы с проблемной кожей и значительно омолодит ее. Лечит твердые мозоли. Вы должны раздавить 5 таблеток аспирина и смешать их с лимонным соком и половиной чайной ложки меда. Нанесите пасту на жесткие мозоли на ногах и оберните ноги в теплое полотенце. Закрепите его полиэтиленовой пленкой. Через 10 минут снимите пленку, и эффект удивит вас. Избавит от перхоти. Измельчите 2 таблетки аспирина и сделайте мелкий порошок. Добавьте этот порошок в ваш шампунь, и через пару минут можете помыть голову, как обычно. Это позволит эффективно лечить и предотвращать появление перхоти. Устраняет пятна пота. Этот простой трюк поможет вам избавиться от пятен пота на одежде. Просто раздавите пару таблеток аспирина и разведите их в половине стакана воды. Затем смочите грязную часть в смеси и оставьте действовать в течение нескольких часов. Восстановите цвет волос. Особенно если ваши волосы окрашены в светлые тона, хлорированная вода может сильно повредить его. Тем не менее, вы можете восстановить свой блеск и объем, растворив 6-8 таблеток аспирина в стакане теплой воды и втирая полученный раствор в волосы. Вы должны оставить его действовать в течение приблизительно 10-15 минут. Очищает жир с кухонной посуды. Приготовьте пасту для чистки, смешав несколько измельченных таблеток аспирина и немного воды. Затем потрите посуду. Результаты впечатляют. Поможет растениям дольше цвести. Добавьте измельченную таблетку аспирина в воду, которой поливаете ваши растения, и они непременно будут радовать вас своим цветением дольше. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!